Ранее отстраненный глава антикоррупционной прокуратуры Виарел Моралес задержан. Ближайшие 72 часа он проведет в изоляторе столичной полиции и уже побеседовал с прокурорами. Виарел Моралес подозревается в злоупотреблении служебным положением и указании ложных данных в официальных документах, касавшихся банковского мошенничества. 26 декабря был открыт уголовный процесс, в котором Виарел Моралес фигурирует. Сегодня же ему выдвинули обвинение. Да, после тенот центру обузный сервечивший Фалсунатки Публич. Сегодня окончились проверки в антикоррупционной прокуратуре и прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Начать их распорядился генпрокурор Александр Стоеногло, чтобы оценить деятельность обоих учреждений по всем направлениям, входящим в их компетенцию, начиная с 2016 года и до настоящего времени. На это время глав ведомств Виарела Морари и Дарина Компана временно отстранили от должности. Изначально проверки должны были завершиться в конце декабря, но объем работ оказался большим, чем могли себе представить контролеры. Однако уже тогда на основании полученных данных генпрокурор Александр Стоеногло заинтриговал общественность. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур заявил, что подробности о результатах проверок будут обнародованы на следующей неделе.